Слава Девам! Слава Богу! Pasaka, я им им издалить, как Скажи соседу, что ты правильно сделал, что ты приехал. Tie, итера, скатый, и Потому что в прямом эфире смотреть это одно. А, света, это а быть на месте это совсем что-то другое. Триады. Триады. И мы будем продолжать сегодня про триады. И я верю, что мы

Тāpēc, ka Потому что подростки это те, которые не слушают. И у них плохие результаты. Но мы можем заодно благо поблагодарить благодаря жертве Христа, когда ты каешься в грехах, в своем непослушании.

Ka viņš Kad ļubav, viņš piedzīvoja Dieva mīlestību, viņš spriedz ar varenu lielu prieku. Viņam viss patīk. Viss viņš klausās muziku, apskaujas, apbrīnās, apgleznojas, apgleznojas. Viņš jūtas klātbūtne. Viņš kā enerģija, tas ir karsti. Manā izpratnē jau tāds: У него такое, как удивление. Как это может быть? Spēlē, Что просто играют. И нāk. такая энергия идет. Знаете, как с теми, кто уже такой зрелый. Да Какая там энергия? Все в порядке. Хорошее прославление. А, а у младенца?

Un, kad viņam paliek slikti, viņš var apgūt. Viņš nevar būt priecīgs. Viņa par ko nenoteikts. Kur tas ir rakstīts? Mums, kungam, ir atvērts, ka trijādejas ir. Как это называется? Пятьгранное служение. Как это в латвийском? Я не знаю. Пятигранное служение. Да, пятьгранное служение. Мы служим младенцам. Младенцам очень легко. Если проблемы, все, младенцы проблемы. Деву варту Слово Божье, бутылочка. Читай слово. Читай слово. он наполняется словом. Знаете, как с детьми? школа. Детей надо отправлять в школу. мир Детям надо учиться. Скажи соседу, ты Божье дитя. То есть Ты Божье дитя. То Ты Божье дитя. То тебе надо учиться.

Та, т, как и когда шло служение, <coughs> как -ко и какой-то пастор что-то сказал, что кому с кем он согласен, варе, ну, витас, он мог с места, он мог громко кричать, Та, ka, ka manejš, Так, что весь спорт Так, что был такой. И ja его предупреждали.

Un viņš sāk blakus tam virzienam, jau tādā mazā nelielā formā, jau tā līnija, jau tā līnija izlikāta. Viņu arī vikiņoja. Viņa tā pacēlīja, aizpeldas, aizpeldas, aizpeldas. Viņa kājas nepieskārās pigrītas, viņa iznesa ārā. Viņa to ņēma izspiest. Viņa nemā kā izspiest. Viņa to neunīja sevī. Viņam ir izdomājums, ka, Bet, ka tāpēc, <coughs> visi sakoncentrējušies. Viņi ir koncentrējušies! Все учатся. Tās, и вдруг. Такой крик. Un и все время. Un kaut ko tur и что там мормас? И, и, и чтобы там то, вместо того, чтобы все концентрировались на, Божья, концентрировались на слово Божье. Все концентрируются на этого брата. Норauj, nu, ты унорал, ну то не вариант, по зад класс. Ты даже тебя срывают,

Nu, tagad viņš ir netālu no manis kaut kur 48, pie nu, ja 50. Nu, jau tādā gadījumā, kad viņu pāriņķis piecdesmit. Viņš vairs neblāvo. Viņš man, man stresa, nesmu dzirdējis. Man kādam stūķim viņa izsmaidīja. Varbūt, zinām, kā. <coughs> Bērni.

Ваш ребенок делает, как хочет. Венал, Ему совершенно все равно, что родители про него думают. Та, бэрна, по Поэтому дети, они иногда получают по, по попе. Un, и, и это хорошо. Визит, но и иногда просят тебя выйти из сослужения. А, я клаус, бизнес. а если ты не слушаешь, тебя выносят. Это так, добровольно. Добровольно принудительно Bērni ir jāmācās, jāmācās, jāsakota un jāizsaka. Uh, uh, gribu atgādināt, kā bija mākslā. Maķis arī bija tas, 1. janga, 2. nodaļa, 12. pāns. 12. Es rakstu jums, bērni, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Я пишу вам дети, дети. дети. детишки, детёнышки. Я пишу вам дети, потому что ваши грехи уже проще на ради Его имени. Иисус, варда, можу Ради Его Иисуса имени Иисуса наши yeah. грехи прощены. Трийспасаис Эсрах, что юм стави ю юсе сат адзуну я пишу вам отцы, потому что вы познали того, кто существует от начала. Я пишу вам юноши, потому что вы победили Лукавого. отцы, отцов tevi. есть отношения с Господом, с реальными личными отношениями. Kas ir jaunekli, dievā? Кто такие юноши боги? Боге? Юноши победили Дьявола. Они сильные в слове. Кто такие юноши? Они умеют молиться. Они умеют проповедовать, провозглашать слово. изгнать бесов. Они умеют. Они сильные. И слово в них живет.

Они все получают. А всем радуются. Говорят спасибо. Цитра изнепасака. Иногда не говорят. И эту преса я оставила. И радуются дальше. Берни пекуля мирямансас. Дети это те, кому надо учиться. Берни миряе Библийская школа. И надо идти в библейскую школу. Матцыклю школа, школа ученичества. Берни приехали даже до семинаров. Дети это те, которые ходят на разные семинары. Он санием зинашен. И получают знания. Они в основном все записывают. Gadiem. Годами. Pierakst pierakst, pierakst и записывают, и записывают. И тогда и, и, uh, и тогда у детей переходный период есть. Когда из Когда руководитель домашней группы. я то из триады, это Тогда если ты в триаде, тогда воспитатель в триаде. Если то из буртницу. Он говорит, иди, сходи домой, возьми эту тетрадь свою. Ты где ты записывал про молитвы. Un, ай, чурп, и приходи, мы будем практиковать. Un, и тогда начинается. Тогда тетрадь пропала. А тогда забыл дома тетрадь. Ой, мой, я не могу, может быть, в другой раз. Un, и тенденция... У детей есть тенденция не делать.

Tas to, ka viņš neko nevar это означает что он ничего не может сделать и он как бы старается что-то делать он делает по-своему он результат такой, так что нет такого как господь сказал нам у маленького ребенка нет, нету сразу отношений с богом Vadītāju, У него отношения с руководителем домашней группы или с наставником. Маленький Ma, um, ребенок Viņš Dievu nevar dzirdēt uzreiz. On viņš var sajust, ka ir klātbūtne. Dievs viņu var uzrunāt caur mācītāju, grozot, graznot, kā graznot. Viņš pats nevar iedot uh, attiecībās ar kungu. Kāpēc ir mājies grupas? Kāpēc grupa? ir trījādi? Kad cilvēks atnāk uz mājas Čilv... uz grupu, viņš liba pārbaudās, liba, vai viņš atnāk īrībā. Vai tas, ko viņam uzdod, viņš izpilda, dara to, liba, nu, ko, kārķībā, privod... ko viņam dāvā, vai sakārto, vai savērt kaut ko kārtībā, kas viņam uztic. Štodā vpārēdā, štodā vārējā, štodā vārējā,

attīstās, kā viņš paklausās, kā viņš to darīja, vai viņš izdara, on, vai nē, izdara. Ja ir kaut kādas mācības, liekas, vai viņš mācās, ili ili on, vai viņš ляpo uh, ausīs, vai viņš tēlo, ka viņš mācās, vai izliekas, jo tādā što. veidā Dievs Маца, человеку, и ja, таким образом Бог он учит человека группу, через домашнюю группу будь поклоусигом, быть послушным, будь устицигом, будь верным, будь картигом, будь порядочным. Так, uh, когда, да, процесс и, погайз, и когда этот процесс он проходит, и ребенок он уже в порядке, заказрака то начинается практика он пара и появляется бар упрямый характер ребенка грибмальный он не хочет меняться гриб он не хочет ничего делать он вибу и вот тогда вся вот эта мирская суть

Man visu laiku ir kontrole, jau tādā formā, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā mīlestības nav draudzē. Mākslinieks vienmēr ir dusmīgs, Pastru, no, no jau tādā stāvoklī, kā tas tur bija. Visu laiku uzpūtās, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā formā. Утаз, утаз, И так всегда смотрит. И не улыбается. Ладно, наверное, ему что-то не нравится. Вот тута, паклался из барну. И вот ты так ребенка послушаешь? По дома. Что он про тебя думает? Через после служения надо выходить и полчаса молиться на язык. Чтобы пастор понял, что с ним все в порядке.

Redziet, kādu Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы детьми Бога. И мы действительно Его дети. Мир, потому нас не знает, что не познал Его. Стоп, 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 Мы действительно Его дети. Мы дети Божьи курс ну как любой родитель гриб хочет своей семье видеть что дети возрастают Та, ари, так и бог гриб редзет, хочет видеть что дети возрастают по ему стопист котавиню мир потому нас не знает что не познал его Pasaulē nepazīst Dievu. Uh, ne tāpēc viņi arī neapzīst mūsu dievu bērnus. Pēc, Kāpēc? Pēc? Viņi nepazīst kungus. Ne tāpēc viņi arī mūsu nevar atzīt. Ja Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Дорогие, теперь мы дети Божьи, а какими будем, еще неизвестно. Yeah. капец. почему? Я Потому что нам надо в это войти. Нам надо учиться, чтобы мы могли чтобы мы могли стать похожими на Него. Нам надо получить откровение, мы кто мы такие. Если мы смотрим второй стих дальше, то здесь написано, мы знаем только, что когда Он придет, мы станем подобны Ему, потому что тогда увидим Его таким, каков Он есть

когда приходит откровение? Когда ты учишься? Когда ты слышишь? Когда ты принимаешь слово? Откровение не приходит на пустом месте. Откровение надо получить. Посмотрите, третьего панта. Третьем стихе. Катрьскамиршицели ибузвиню, щтииста севи пашу, каждый, кто имеет эту надежду на него, очищает себя, чтобы стать чистым, как он. Представляешь? Каждый, кто имеет надежду на него, на него, на Господа, очищает себя.

Пастор не делает вместо тебя. Руководитель не делает домашние группы вместо Garига тебя. Гарри Наставник вместо тебя это не делает. Ты читаешь tu, себе. Ты очищаешь Сауру себя. Варду. Через слова. Катриска дара ари кто согрешает, тот творит беззаконие, потому что грех это беззаконие. Есть? Что Иисус сказал? Есть, что он сказал, что он есть путь, истина и жизнь. и жизнь. Поэтому, если мы идем с Иисусом по пути истины, это нам принесет жизнь. А каждый, кто грешит, он делает неправду. Patika, и мне нравится, что здесь написано. Грех — это неправда, беззаконие. А Иисус а Иисус, это истина. Tātad, дорогие, милые брали, uh, дорогие братья и сестры, не, делайте беззаконие. Не, не беззакония, это грех. Ну а как же я буду жить в этом Ну а как же я буду жить в этом мире? Ты что, все? Здесь же все. Висик мы с греха живем. Мы все живем в грехе. И здесь в слове есть И здесь в слове есть ответ. Я ja тут живу его варда. Если ты живешь в слове, то ты даришь тайсный. То ты делаешь правду. Ты не варишь вот я тут из варда. Ты не можешь грешить, если ты в слове. Ты не варишь вот. Ты не можешь грешить. Я тут стаю гатайсный. Если ты ходишь в правде. Ты не можешь грешить. Я ту клауси. Если ты слушаешь. Вардам. Слово. Грех. грех это неправда. Ложь. Ну, не так, так. И теперь кто а? делает неправду? Kurš dara dar un 1% baraviet ⁇ darbā netaisnība? Viņš tikai 1% dara un 1% iekšā piekrist. Ko tas nozīmē? Būt klausīgam, būt klausīgam. Jūs zināt, ka viņš ir atklājies, lai drēkus atņemtu? Вы знаете, что он был явлен для того, чтобы забрать грехи. В нем самом греха нет. Иисус Христу грека. В Иисусе Христе нет греха. Un, И если ты в Иисусе Христе, то в тебе нет греха. Логически? Логично. Тогда вопрос. Почему вы грешите? Jūs, Вы же в Иисусе Христе. Шестой. Катрис, кас палек виня, не греку. Катрис, кас греку, нау виню редзейс, не дзвиню адзинс. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел его и не познал его. Курш греку. Кто грешит? Das, atzins, kungu. Кто не познал Господа? Слово говорит это. Un, и Смотрите, седьмой. Дети, смотрите, чтобы никто не обманул вас. Кто поступает праведно, тот праведен, как и он праведен. Дети и... Здесь есть дети? Дети, вы где? Все дети пропали сразу. Yeah? Это для детей. Но нам надо возрастать. У детей есть тенденция грешить. Кто делает, поступает праведно. Тот праведен. Я тут Если ты поступаешь праведно. То есть Ты праведен

Восьмой. No no Кто любит грешить, тот от дьявола, потому что дьявол грешит от начала. Я думаете, Представляете? Библия Это Библия говорит. Греку. Кто любит грешить. Кто делает неправ, поступает неправильно. Потому что мы читали перед этим, что грех — это неправда. Поэтому кто грешит, тот от дьявола. Мацитай. Пастор. Тебе Вообще-то правильная Библия. Мне кажется, ты только какие-то мургус нам Mums kā kā kādi jau tādi jūtas, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā formā. Varbūt tās jums arī ir jūtas. Gan būsiet, gan zīsztē, gan skribi. Jo viņa sēkla paliek viņa, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva zimzes. Всякий, кто был рожден от Бога, не любит грех, потому что в нем заложено Божье семя. Катрис, кто зимств, но Диева, не мил греку. Всякий, кто рожден от Бога, не любит грех. К... К... Ка драудзе, как происходит, что дети в церкви гриб хотят грешить? Капец? Почему? Скатес. Смотри. Visi mēs no Мы все пришли из мира. Ну, клювомая в домашние группы. Где нас начали учить, как нам правильно делать? Когда любого человека, который пришел к Богу. Сакат здраво Начинает церкви кто то учить. Первое, что проявляется, это бунт а как я меня а Почему меня учат? А, я, патрый, я, я, сам, взрослый. Я, патрый, я сам все понимаю. Мусу В каждом у нас внутри находится Та, корень греха. Потому что мы что мы родились в этом мире. Кур ир Где есть враг дьявол? Валнс ир И он князь.

группа. Человек, который заходит домой. Где его начинают учить. Внутри должен сломаться этот бунт. Шай Вот этот корень. Который от дьявола. Который от дьявола. И он ломается. только через его только через послушание. Когда, твое когда твой внутренний эго приекша, он слам, слам, сламливается перед Богом. если ты пришел из мира в Божий дом, воды и здесь есть руководители и пасторы, и они здесь поставлены от Бога, и они, бальзи, и они слышат голос, голос Божий, то они, скорее всего, знают что-то больше про тебя. Потому что

Es nezinu, kā tas С кем поведешься, того наберешься. Знаешь, это да? Есть такое высказывание. Аркуры тусовые нос есть, но тари и собак с ним миру. Uh -huh. С кем ты поведешься, ты yeah. от того и наберешься. Ja сауле, Я то есть зиво из пасалы. Если ты жил в миру, контрол. Под контролем дьявола. Та То большая часть. То бути. Вот этой сути. То от спогулю себе. отражаешь в себе. Tāpēc esam visi grē grēka. Поэтому мы все в грехе. Tāpēc, человек Потому что человек согрешил. Tāpēc, Потому что слушают дьявола. Адам и Ева. Ева, Ева слушала дьявола. Он принял то, коечнее И приняла то, что он ей дал. Мужу, он ева и едлился вером. И ева дала мужа. Результат обедлился В результате они вдвоем согласились. Он ляоная воды и портилва. И дьявол взял управление над человеком. Когда Иисус отнад, со Когда пришел Иисус на землю. Вал с виньтух сей Дьявол его искушал в пустыне. Он я Иисус будет.

без кунга Иисус Христос, без Господа Иисуса Христа, он без дьявола, без Божьего духа не вору волну, не может победить дьявола. Ну как вору волну, а волной и рочим? Как ты можешь победить дьявола с его же оружием? Никак. Никак. Ты за технологии с Тебе нужны технологии свыше. Tāpēc arī, ka, ja nomir un cēlās, поэтому когда иисус умер и воскрес у пошел на небо, гару, он излил духа святого человеку, который сошел на каждого человека он сошел на, д... на апостол. А потом через апостол распространился по всей земле. И дошел до наших дней. И мы можем дьявола победить. Ар гару. Только Божьим ар духом. С кровью. Табе, целовек, pasaulей, Поэтому люди, которые живут в миру. Они все под контролем дьявола. У них все есть бунт. У них у всех в характере бунт. Они не хотят подчиняться. Дьявол подчинился Богу? Nee. Нет. Он поднялся. Вену Но он не рассчитал одну вещь. Вису Бог, Он всемогущий. Вису, э, вису он вездесущий. Дьявол создание, творение.

Одно, когда ты прочитал в Сове, что у тебя есть власть и авторитет. Ты пасаулес, и ты пришел из мира. Принял Иисуса своим личным Господом и Спасителем. Начал читать Слово. Но внутри тебя еще бунт, непослушание, Ложь. душность, mm, гнев, гнев. Гнев

сразу Ты можешь это сделать сразу? не Ты не можешь. Почему? То есть ты но только что пришел из мира. виса тебя внутри еще вся природа дьявола. Я то Да, ты принял Иисуса. Я варбу отцвета но нас. И даже дух святой сошел.

И полноту, чтобы можно было помочь людям, которые вне вне. Но если ты пришел в Божий дом, он рады, не потыкал. И показываешь свою неприязнь. Что мне не нравится, что меня учат. Мне не нравится, что меня контролируют. Мне не нравится, что меня мне нравится, что меня звонят и приглашают вот когда es gribu, Вот я хочу, чтобы ты, я когда У... хочу, тогда я иду. А вот когда я не хочу, оставьте меня в покое. Пац... Я сам. Ты что ты демонстрируешь? Ты в себе демонстрируешь при... природу дьявола. Поэтому здесь написано. А что то есть? Восьмой. Кто любит грешить, тот от дьявола. Ты пришел в церковь. Ты принял Иисуса. И ты думаешь, что ты сразу свободный. Это Та не так. Твой характер. Piesутся, он наполнен. Тем духом, который в миру. Дьявол. И только в церкви, сол солим, Шаг за шагом. Эйот, когда tu ты идешь, ты освобождаешься. Я ja Если в тебе есть страх. а я лузу А ты говоришь, я уже молюсь. Не я гару. Я уже чувствую духа святого. легче Но внутри тебя страх. Ну а как это? От кого это? Ну от Бога? Nee. Нет. Нет. No 11.5. Kāpēc? Počimu? Tāpēc, ka pasaulē Potomša, kādā pasaulē, kad gada vidū tu biji tādā situācijā, situācijā, kur tu biji izspožies, un 200 gadi garš tev bija jāgāja. Un tu tagad jūties, ka tev ir bailes laika pa laikam. Tu nejūties tā, it kā tev bija pārlieksnība, tu nejūties pārliecināts. Dievu vārds, ko saka? Sova 8:00. Dievs mums nav devis bailības garus. Viņa man ir devis bailības gara. Ja tev nav spēka, ja su, tev nebija spēka, un tu baidies, ja baišsia, kas te iekšā dzīvo, kas iekšā dzīvo?

Капец. <coughs> Капец, мы с массом Почему мы учим Слово Божье?

Библия сака. Библия говорит. Деус, ган мани, ган теви, что Бог как во мне, так и в тебе. и Он сделал нас головой. А не но не хвостом. Головой. Ты есть голова Ты в Боге голова. Без, Dieва, ты, Без Бога. ты можешь быть хвост. Ой, ой мне не получается. Ой, ой, я не знаю. Ай, Ай вряд ли. Алга. Zarpata. 1500, man, man, man. 500, 600, 700, 600, 700, 700, 800, 800, 800. Kurš tev to pateica? Dievs teica, ka tu būsi galvā, 500, 600, možu, 600 prabiz, pret, možu, un 800, 800, 800. Кому, что ты думаешь, Бог не хочет тебя благословлять? Шестой, шестой стих. Запиши себе. Первая Иоанна. Третья глава. Шестой, шестой стих. Катрис, виņā, не Всякие, в нем не согрешает. Катриска с грекуа, на увиню редзейс не

Tie visi ir vēl un meli. Ja tu esi viņa, ja tad tu nemēro. Viņa ir griežšāk. Un pakausties septītais, kurš tiešām brīvsundžiem, ir izsmeļojuši. Bērni, lai neviens jūs nemaldina, kas dara taisnību, ir taisnība tā, kā viņš ir taisnība. Дети, смотрите, чтобы никто не обманул вас. Кто поступает праведно, тот праведен, как и он праведен. Греку, а кто грешит, тот от дьявола. Топец, Поэтому поймите, пасаулей, мы все в миру, бийам, когда мы были там. Дьявол в нас насел много неправильных вещей. Mēs domājam, ka mēs izvēlamies, ko gribam to darīt. Mēs domājam, ka mēs izvēlamies, ko gribam to darīt. Īstenībā dārzaklis mūsu sasaistījis nepareizu uztveri un izpratni. Dēļ, mēs domājam, ka mums kā latriešiem ir jābūt lepniem par savu nāciju. Gorda cilvēka tam ir burtiski. Viņš nevar pazemoties. Viņš nevar uzklausīt citu viedokli. Viņš nevar kova. pieļaut, ka viņu tādu kāds mācīs. Kāda ir tā monēta? Daudz gudrība. Viņš pats ir gudrs. Viņš ir tik gudrs, ka saka, man dzīvo apnicis, es neko vairs negribu. Он такой умный, что он говорит, и мне жизнь надоела, я больше ничего es не хочу. Ни ни... ни я не знаю, как жить. Сак, я ему говорю, послушай, к Богу надо приходить. Ne. Нет. Я ja не доверяю пастору Айгеру. Да не доверяй мне-то а что? У тебя же проблемы. У меня все в порядке. Мне ja Бог сказал, учить я учу. Bet tu man neusticējies. Nu, nu. nu, Viņa nu. jau tā aizsagaidza, jau tā līnija. Es domāju, ka tā ir monēta, jau tā līnija. Tā jau tā, kurš ir polna problēma. Polna, jau tā līnija. Tu saprati, ko es teicu. Tad viss bija polna. Labi. Neusticies māksliniekam, bet viņš tev var iepazīstināt ar mācītāju Kasparu. Viņa man jau ir pazīstama pastāram Kasparam. Bet galvenais ir Dieva vārds, jau uzticēties. Un klausieties, vai pareiz mācāt vārdu. Tāpēc mēs domājam, ka izvēlēties krāšņus, jau tāds mācītāj, ja tas ir monētas pāriņķis. Jā, jau tāds mācītāj, ja tas ir monētas pāriņķis. Bet Dieva vārds te ir izmainīts. Ja tu viņu pieņemsi, tad jūs esat ieņemt viņa vārdu. Man ļoti patīk, ka tas dera patīk. Tikai desmitais pāns. No tā var atzīt dieva bērnus un vēlna bērnus. Ik viens, kas nedara taisnību, nav no dieva. Arī tas, kas nemīl savu brāli. Atlieciet, divi bērni, abi dievila. Kur no viņiem pustupā ir taisnība, tad ņemat no glabāta. Tāpat kā viņi mīl savus brāļus. Man ir grūti pateikt, kas ir taisnība. Brāl, vēl var padomāt par brāli, bet par māsām tur nekas nebija teikts. То побрал, весь окей, okay, а по массам, ну, массумская. Ну, Братьям все нормально, а про сестер тут ничего не сказано. То пойдешь, и намил Кто не любит брата? Там мерзие пойдешь. У того проблемы. А куш намил массу. А кто не любит сестер? Ай. Э. Это был шут. он подох что Сейчас вырежет и скажет, ты знаешь, что он там проповедовал? Он сказал, масс, ну, милая, это норма. Сестру не любишь, это нормально. Есть еще место в Крыму. Кое-из Чтобы На не брали, не масс. Нет, не братьев. Не вир, не севас. Не мужей, Но новое творение. Lai tu ļauns Главное, не чтобы это не был тяжелый случай. Я <laughs> ja то есть я что все окей. Это okay. все окей. Okay. пар uh, И теперь поговорим про непослушание. Un, uh, и это действительно очень важно. Un, dieva, и И uh, в глазах Бога непослушание это. Uh, это плохо. <laughs> Это плохо. Это на букву плохо. Я. Зиданием. Yeah. Младенцем. Окей. Okay. Это нормально. Зидайни. Нас. Они еще не углубляются. Берни. Дети. Пемум саня маржагару и да узнай клаусу. Они получают у нас э, ремнем, если много не слушают. Дашкарт, у мир и пошей свайды, им снова лапстас. Иногда особо помазание лопаты у них. Лапста свайдиемс. Помазание лопаты. Ну, лай сабро. Тас не ау табейс, лай твей уз мейш ун рот сев бедр, не? Это не для того, чтобы ты шел в лес и копал себе яму, нет. Бет Ну, знаешь, как есть. Я ja не полид зар жагару. Если не помогает uh, ремнем. тогда лапсту. Тогда лопатой. Бет uh, без руку пилет вошанс. Но no, без использования рук. Я. Ну, милости и бабис. Ir tāda pirmā samula grāmata. Es tā domāju, ka tā ir pirmā carsta. Man liekas, ka tā ir cārstu, ja? pirmā carsta. Tā ir 15. mārciņa, jau tādā gada. 15. gada. Jā, pirmā carsta. 15. No līdz 35. pantam. Mēs iesim cauri visam notikumam. Lai tu varētu redzēt, kāda ir tā gala rezultāts, ļoti Prosta, un ļoti sāpīga. Mēs dzīvojam jaunā derībā, no un mūsu dēļ mums ir grēk piedot, un mūsu dēļ mums ir atmazīšana, un mums Dievs vienmēr dod otru iespēju. Un šeit ir runa starp mums. Garīgu audzinātāju un savu audzēkni. Es uh, aiziesu uz Grabfrānu, vistā ministrs, gauzkopā un ekspresīnā. Tad, kad samuēlis runāju uz sauluru, tas kungs ir manis sūtījis tevi sveidīt par ķēniņu, par visu viņa tautu, par Izraēlu. Nu tagad uzklausīt tā kunga vārdus. И Самуил сказал Саулу, «Я тот, кого Господь послал помазать тебя царем над народом Израиля. Выслушай же теперь весть от Господа». Муздинам, в наше время это очень похоже. Когда ты возрастаешь в Боге, тебе, например, тебя ставят по, по руководителям руководителем домашней группы Царь Savā mācītājā, grazījā, jau garīgu audzinātāju. Saka, tu esi nobriedzis. Skribi ar kā tādu, kur sakot, ir jāvirzās. Gribu izspiest, kāda ir monēta. Tā sakot, skribi ar kā tādu, es meklēšu amuletu tās pārystības dēļ, ko tas ir nodarījis Izraēlam, aizsprostot viņam ceļu, kad Izraels nāca no Eģiptes.

Он иракстейс, который тадзле, это священное израильское. И там были такие вещи написаны, которые я не буду все рассказывать. На израильскую рунас символа. Но мы попозже об этом будем говорить. Папайская Велмужди наставл Потому что в наше время такое тоже есть. Ну, Лук, он шейт. И здесь. Третье Апант иракстейс. Третьем стихе написано. Та, ко Nodēvē divu gribu Saulam. To, piridā, Tādēļ ejiet tagad un sakaujam, atmaziniet īstenību visu līdz pēdējiem, kas vien tam pieder. Nesaudzējiet nevienu no viņiem, nedz arī kaut ko no viņa kustoņiem. Ступай, напади на Анамаликитяны, полностью уничтожь все, что им принадлежит. Не щади их, предай смерти мужчин и женщин, детей, грудных младенцев, волов и овец, верблюдов и ослов. Все до последнего Капец. Почему?

Такой нас. А теперь скажу, какая разница с нашим временем? Так Та, Когда мы здесь читаем? Когда Виссус Всех убить и уничтожить. И ну бриесмий. Выглядит ужасно. Бог убийца. Виссус гриб всех, хочет убийц. bērnus, детей, всех. Капец. Почему? Тапец. Потому Ka что человек, что люди парная сая, культуру они переносят эту культуру. Ведь не пепел, это для но мазодность они наполняются бесами самого маленького возраста. Они из Австрии, они Потому что их там в этих uh, святилищах их там освещали. Мы из Бернус, Мы детей несем в церковь, чтобы освещать. А вы не Бернус, навсего у Стэмплин.

с Что у нас происходит? Мы Мы молимся во имя Иисуса и изгоняем бесов. А А там не было Иисуса. Венегаис, как варей, Единственное, как можно было освободиться? Много нас Всех людей убить. гарс, Человека закапывали, бес уходил. поэтому они уничтожали все. Lai nebūtu tādas tādas augūtas, kāda ir tā līnija. Tur tā ir īsta prasība. Look, kāda ir mīlestība. Tad saule bija ielicīta no dieva. Viņa to pārskaitīja 400 līdz 500 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 līdz 5000. 200 pieci svarīgi, ja 100 pieci svarīgi. Un Sāls devās uzbrukumā pret Amāleka galvaspilsētu un novietoja kādu daļu paslēptu kravīru izlūkošanai strauja ielā. Jā, Jā, Plīsā, Uzbekā. Tomēr Keniešiem Sāls likās sacīt, ejiet, šķirieties un ejiet prom no amāleciešu vidus, lai es jūs neizdaldēju kopā ar viņiem

Был народ, которые жили с амеликитянами, кенеи, кене, кене, которые помогли Израилю, когда они вышли из Египта. Тур okay. Там рядом были амеликитяне, которые Мес сказали, что нет, мы не будем помогать израильтянам. И прошли сотни лет, Dios Бог сказал. Ātrāk lubāņiem skriet, atšķirieties! Tas nozīmē, ka Dievs redz katru cilvēku, kurš palīdz zīmētai un stāvoklim, kurš palīdz zīmēt no sirds. Un Dievs viņu sveicīs. Grazējiet, grazējiet, kā apelsni! Taču Sāle sakāva amalekiešus no Havilas līdz pat Šūras pievārtai, kas atrodas austrumos no Eģiptes.

Но Саул и его войско пощадили Агага. Они также оставили лучших овец и валов, жирных телят и ягнят, все, что было ценно. Они не хотели все это уничтожать, но все, что было плохого и слабого, они уничтожили полностью. Deus Бог сказал уничтожить всех, uh, всех котов, всех ягнят и телят. Саул Saul. Visу, kas bija slikts, все плохое. Изнечинāja. уничтожил. Но что no Все хорошее. поддержал. Непослушание. Не поклался има. Не послушание. Я? Скажите, Тогда к Самуилу было слово от Господа. Я думаю, Самуил пришел и сказал, что нужно сделать. Самуил снеби кора.

Man ir žēl, ka es esmu ieradis Saulus ķēniņa kārtā, jo viņš ir no manis novērsies, man neseko un nav izpildījis manus vārdus. Ja. Tad samuēlis iedegās satraukumā, un viņš to kungu piesauca lūgšanā visu nakti. Ja žalīju,

Viņš dod vārdu samuēlam. Viņš dod vārdu draugiem mācītājiem. Viņš dod vārdu slova. garīgam audzināšanai. Tad, kad esat bērns, kā puse uzauguši, to jāsako. Tās figas nāk un te saka, hei, lūk, ko tu dari.

Он отвернулся от меня. И мне не следовал. и не исполнил моих слов. и дома Представляешь? Самуил. пошел и Пошел, говорил, Господь помилуй. Турахтириска Написано, что Самуил молился всю ночь. A mēs tālāk redzēsim, kā saule spriecājās. Viņa tam vispār bija pofīga. Viņa to izdarīja. Viņam tā likās. Ja jo viņš neatteica dzīves, viņš apstāda to virsmu, jos skribiņā izdarīja tā, kā viņam patīk. Ja Man dažkārt arī ir. У меня тоже не. Армани М. Гори, Г. С моими, с моими подопечными. И Я говорю, как надо сделать. Винчидор, посовам. Он делает по своему. Ну вай по Вайг, Ну не надо по своему. Дорогие мои с групп свадри. руководители домашней группы. Вайг триады, скажи Или триады, которые. Не дорит, посовам. Но не делайте по своему. Я дорит, так как Кунгс и Литцдорит. Делать надо так, как сказал Господь. Скажи, ставак. Дальше. Un Samuēls augūs no paša rīta, lai dotos līdz pre, saulam. Pretī. Tad viņam tika teikts, ka sauls aizgājis uz Karālu kāzu, kur viņš pats uzcēla zem zemi ekoloģiski. Ir anā, to 2.5. un 3.5. attēlotā pašā gala stadijā Saulam, jau uzcēlot saulura uzvāri, to gan kā tādu izcēlītāju. Tagad apgriezīsiet, bet tad atdod.

Mācītājai vajadzēja nostiprināt tevi par līderi. Kā kā Kad tu klausies, skaties, redzes, kā Sauls gāja Saul? un uzcēla sev pieminieku. Viņu apgrozījis pāri visam, jau tādā formā - pieminiekus, kuriem pieminiekiem pieminiekiem pieminiekus par iemūžiem. Ну, Саул Слава будет сопротивляться, когда у него будет сыктым башка. Ну, наверное, Саул понял, что ему конец. Когда я стал Дальше. Когда Самуил Сатнац писал, Саул с ним сатцы. Если та кунга если я смею испилдить, та кунга повелась. Когда Самуил нагнал его, Саул сказал, да благословит тебя Господь, я вы выполнил наставления Господа. Я думаю, я буду цирцилуваком. Представляешь, как закрыто человеку? Ja Dievs viņam pateicis, visi iznīcini, ja skazā, viņš to neizdara, un atnāk prātā, ja viņš jau saka, es visu izdarīju, jau ja, gribēju, es visu izpildīju, kā tu teici. Ja teici. Samuēlis sacīja, ko nozīmē šī apgablēšana manās ausīs, un kas tā ir par vēršu maušanu, ko es dzirdu. Arāķiem zem, ja tā dara slīdu blēņā, apziņā, apziņā, apziņā. Tad saule atbildēja, no ameliekiešiem mūsu ļaudis tos ir atveduši, jo viņi ir pataupījuši treknākos savus un brangākos vējušus, kā jau jau minēju, upuri tam kungam, tavam dievam, bet pārējo mēs esam pilnīgi iznīcinājuši. Ja Они пощадили лучших овец и волов, чтобы принести их в жертву Господу, твоему Богу, но все остальное мы полностью уничтожили. Я думаю, Представляешь? Бог сказал все уничтожить. Все а вы не они выбрали самых таких жирных. Был они были полны серебролюбия.

Я винчлап тейц. Пока работа у тебя нету. Ты кого-то из 11 Ты только пришел к Богу. Белый клоун Еще ничего не достиг. Тута Ты такой послушный. Пепящий. Вдруг. Тут как у Ты что-то достигаешь? Я устрада, паша мир бригады. Уже работаешь, самого из бригада

Paceļot glasu, kaut kā tur pierādīt. Tu dokazūt, tas tomazonē si pazudīs. Tas ir katram jāsaprot. Gribu zināt, jau tur bija klients. Gribu zināt, kurš lepojas un kurš aizsāktas grāmatā. Dievs pretojās greznībā. Grazījums 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 grazījums. И Господь послал тебя с поручением, говоря, пойди полностью истреби этот нечестивый народ, амалекитян, веди с ними войну, пока не, уничтожишь их. 19. Почему ты не послушался Господа? Почему ты бросился на добычу и совершил зло в глазах Господа? Kas notiek, что происходит, когда мы ходим своими путями? И если мы еще свои собственные больше смотрим на вещи и думаем о том, чтобы больше заработать денег. Ты видишь, что тут Бог говорил Саулу? Ты раскрывай, как ты то и сделай, что ты влияешь на глазах Почему ты делал то, что зло в глазах Господа? Когда ты вещи поставил выше Бога. Когда ты вещи поставил больше, чем служение Богу. Когда, Когда у тебя вещи на первом, а Бог на втором. Ты делаешь зло в глазах Бога. Тебе нужно это как понять. Скатался, по как Бог на это смотрит. Аллилуйя. Tā, tad tad Sauluts sacīja Samuēlam, es esmu gan klausījis to kungu balsī, un es esmu arī gājis pa to ceļu, pa kuru tas kungs man ir sūtījis. Es esmu atvedis agāgu, amalekas ķēniņu, bet abu puikas esmu pilnīgi iznīcinājis. Jā, jau ir paskaidrots, ka pašā pusē, kad ir apgāzīts porcelāni, kuru iedzīs apgāzīt pašā luķķķīņa, ja polnīsīs trijulā, apgāzīta pašā gāzi. Dievs teica, visus!

а он одного оставил. Саке, Еще говорит, я же исполнил. Я же всех уничтожил. Я же всех уничтожил. Я хочу, чтобы вы увидели принцип. 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 Я хочу, вы увидели принцип. Я Я хочу, чтобы

Кам Педер, Кому солдата, воина предложить? Саулу. Я Если Бог тебе скажет. Все уничтожит. Кому тебе нужно это сказать? Ну no, твоим каровири. Ну твоим воинам. А если целовать приехала? Я хожу перед людьми. А я синем тайкшу? как я им скажу? если я им скажу уничтожить? А у них Aštunde dizaite. Tāpēc, nu, droši vien varat ņemt. Nu, mūžģiski, brāļi. Un samēlot, vai tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību? Tā kunga balsī. Redzi, paklausība ir labāka nekā upure, un padavība ir labāka nekā auta. Но no Самуил ответил: разве все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, сколь послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, повиновение лучше жира баранов. Saproti, Что Бог показал здесь? Послушание это лучше жертвы. Я Да, мы приносим жертвы, мы жертвуем деньги. Dievs to И Бог это принимает. Но твое послушание. Dā, dārgāk, Они намного дороже, чем все твои пожертвования. Капец? Без... Почему? Потому что послушание показывает, где твое сердце, кому принадлежит твою vai сердце. Dievam, принадлежит ли оно Богу? Или тебе самому? Kādu lūkšu? 23. Miklānijā. Paklausība ir kā burbuļsakas grēks, un stūra galvība ir līdzīga elpu kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, kad esat atmetis to kungu vārdu, viņš ir atmetis arī tevi, un tu vairs nevari būt īņķis. Так как ты отверг Слово Господа, то и Он отверг тебя как царя. Iedomājies, ja nepaklausība ir kā buršana grēks, kā grieha, uh, un stūrgalvība. Kas ir stūrgalvība? Kad te jums pasaka, kā jādara, un tu dari savādāk, tas ir stūrgalvība. Neiešu te no viena klausīt, es sluša. pats saprotu, kā man ja jādara.

Teica, и Самуил сказал: да, когда ты kungу, тяло тяло, Поскольку ты отверг Господа. Да, ты тяло, и от, а, отверг его слово. Он атмети сари тебя. Он отверг тебя, и ты больше не, не можешь быть царем. И здесь могу увидеть очень большое сравнение, который, что происходит у нас также в церкви. Когда ты не слушаешь, когда ты отвергаешь слово от Бога, Девус тебе Бог тебя отвергает. тебя снимают со служения. Тебе не позволяют быть где-то в служении. Kāpēc. Почему? Tāpēc, tā, kungs, saka, Потому что ты не делаешь так, как Господь Ты, ты хочешь по-своему. Надо научиться молиться. Чтобы ты мог под водительством garu, быть. Чтобы ты мог чувствовать Дух идти за tā Духом.

Svartais garspė pildy. Kilarabrosų, kur bukdur iš širimi, girdarasi, geram, girdarasi, geram, girdarasi. Kilarabrosų, kur bukdur iš širimi, girdarasi, 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 <tik> <tik> girdarasi, <tik> girdarasi, 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 girdarasi. Svētais garš piepildīts, 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 no galas nu līdz kājām pēdām. Nu Jezus varda. Iza Jezus varda. Kilara broso koru bu gvori shiri bi gvori varaske. Kilara 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 bu bu gvori shiri bi gvori varaske. Kilara bu gvori shiri bi gvori varaske. Kilara bu gvori shiri bi gvori Ne bu gvori shiri bi gvori varaske. Un sturgo bi gvori varda. Iza isteicu Jezus varda. Kilara broso koru bu gvori shiri bi gvori varaske. Kilara bu gvori shiri bi gvori

Корабличам таскай мои ворожки, корабличам Не плавал без горсов стургал им. И упрямство реагирует. Уничтожаю, он своим Полная свободу, Ваим, плевый, свобода Во имя Иисуса. Что происходит? Когда мы, здесь, у нас, у меня, В Новом Завете. У нас есть Христос. Я тут искал курса греха. Если ты где-то согрешил. Я тут согреку, он 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 Согрешил и покаялся. ты То Бог тебя обновляет. Он тували, но я он сак дарботвес. Но я он По новому можешь приходить к Богу и действовать. У Саула. Он был избран. бы узвиню Izlaiž savu garu. Viņš bija spēcīgs, kā ķēniņš. Viņš bija pamazs, kā ķēniņš. Viņš bija arī mainsprāts. Mums ir ļoti svarīgi saprast, Nā, kāpēc mēs mācāmies. Kāpēc mēs mācāmies? Kāpēc mums ir zīdaini? Pa, kāpēc mums ir bērni? Kāpēc mums ir pusaugi? Un, un kāpēc mums ir jūtīgi un lietišķi? Bērnu laikam ir mācīties. Es gribu, lai jūs saprastu. Ja Svētais gars - tas nav kaut kāds tavs draugs. Ja, viņš ir da. draugs. Ondru? Viņš ir pieredzējis. Mums ir jāmācās klausīties. Nu, nu, jo Dievs ir tas, kas mūs maina. Viņš ir tas, kas mūsu piepilda. Viņš mūs nostiprina. Un Dievs darbojas. Ja kas šeit bija? Tā bija svēta gara darbība. Vienkārši viņš vienkārši parādījās. Viņš sāka lūgties.

Будем послушными. Un, uh, šeit tālāk bija saruna, И дальше разговор. Ko teica? Что Самуил Саулу. Саулу. Потому что ты отверг слово Господа. Он отверг также. Он И ты больше не можешь быть царем. Pie mums kas notiek? Kad mums cilvēki atņem Dieva vārdu, Božja, viņi nevar būt vairs kalpošanā. Kāpēc? Počumu? Viņiem ir jāmainās. Ja Dievs kaut ko liek tev darīt, to jāsaka. Kā mēs neklausām Dievu, kadamies uz Zvaigznes pakāpieniem, Мы согрешаем. Мы согрешаем. Когда мы Когда мы согрешаем. Когда мы Тогда мы не в нем. Мы Мы делаем неправду. Кодвеуварца ко. Что слово говорит? Грекс Грех разделяет человека от Бога. ничего не Разделяет. и Бог на одной стороне. Греха а грех на другой. Когда мы ножи грех. Когда мы каемся.

Lai tagad, kad es lūdzu, lai tagad es mācos, lai tagad es mācos, kā dēļ parādīt skropību starp to, ko Dievs grib manā dzīvē izdarīt. Un, lūdzu, ciem, Un ko vēlams manā dzīvē ir radījis? Tāpēc mēs arī mācāmies, lai klausītu. Чтобы слушать, lai pieaugtu, чтобы возрастать, чтобы изменилось наше мышление, и мы стали бы похожи на потому что так мы только можем победить. Kad Svētais Gārsts mūsu augstā veidojas, kad Dieva vārds mūsu stāvā, tad mēs kļūstam par citiem cilvēkiem, par, cilvēkiem. par jaunu rasu, ar nosaukumu, jaunu radījumu. Vairs nedzīvo vecais Aigars, ne ir jauns Aigars. radījums Jēzu Kristu. Novai... Atvareņi, kristus augūs, Jānisūra virsrakstā dzīvo. Kristus dzīvo angļu vīndā, dzīvo vertikālā līnijā. Tomēr mums pašā katrā kristus dzīvo. Ik viens no mums raugās, kurš kuru to sasniedz. Ja tu klausies, tad jūs paklausīšaties, ja tu grēko. Варство, Слово говорит об этом. Вальс yeah, мусьрта, так испортил. Dižoties, что нам no так нравится хвастаться, что я из себя что-то представляю? А, а на самом деле не Ничего хорошего нету. Поэтому хочу вам сказать. Мы на домашней группах И в триадах. Чтобы возрастать. Ja я в домашней группе 12 человек. 12 человек. 12 младенцев. Пусть Пусть Бог их благословит. Триады. В триаде? Человек. Три человека. Наставника три человека. я могу с тремя работать. Кажется, а с

Tikai drenga. Draudzis nav priekš tā, lai tu nāktu. Cerams, ka viņš ir tam, lai tu nāktu. Un grēkotu. Tāpēc ir trīs āda. Skatieties, kā mēs šodien skatījāmies uz zīmēm, meklējumiem, bērniem un pusauģiem. Pats 5. un pusaudžiem.

Dievs tavu nepaklausību vērtē tā, ka tu atmeti Dievu. Atceries tā, tu skatās, smutri, ka tu atveri Dievu. Dievs dod tev vārdu, stāvot saviem vārdus, ēst sevā mājas grupā, ēst sevā trijādu, ēst sevā mācīt, ēst sevā otrā pusē, ēst sevā otrā pusē. Отбилдес, Поэтому нет ответов. Святые, нет благословений. Редзам, тавстам, узварs, и нет побед видимых. Тапец? Почему? Ты отвергаешь слово. Ты отвергаешь Бога. Поэтому я рисu, бе, хочу, чтобы сегодня мес мес мы могли встать и ja мы будем молиться. Если ja yes, ты что-то делаешь по-своему, а, да. а тебе Бог говорит, как делать, tu по -савам, но ты делаешь по-своему, то, то ты отвергаешь Бога. У тебя не будет защиты. <sharp> и благословения не будет. Te... Потому tā, что твое отношение pret... против.